Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс DRM лицензии. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим вниз до раздела «Пароли и безопасность». Выбираем здесь раздел «Конфиденциальность» и далее проходим, выбираем «Шифрование и учетные данные». И здесь у нас мы видим целый блок хранилища учетных данных. Это и есть наши DRM-лицензии. Для того, чтобы их все сбросить, мы нажимаем «Очистить учетные данные». Нажимаем «Ок». И далее подтверждаем наши действия паролем. И таким образом мы очистили, сбросили все DRM-лицензии. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.